Ну, что-то здесь в лесу, что-то случилось, наверное. Ну, что-то у нас случилось. Да, получается, вот трава горела. Просто смотрели, тут были и муниципальная полиция, вот пожарные. Просто пожарные — это не всегда пожарные. В Латвии это пожарно-спасательная служба. То есть если надо какие-то спасательные работы, мистер Рик, забраться на 5-й этаж через окно и так далее, ну или разные, тогда это тоже они. Поэтому спросил, что там случилось. Девушка сказала, что там, ну, трава горела. И, ну, они потушили. Ну да, трава, конечно, если здесь... Сейчас теплая погода, и кто-то подожжёг или просто неосторожно с огнем. Мало того, что это лес, который может загореться здесь, так это еще же там же железнодорожные составы за ним с нефтепродуктами, да? Может любая большая беда быть, поэтому, ну, поэтому так пожарные все сделали. Ну молодцы, так и надо. Вот вышли погулять с собачкой. Там пожарная машина стоит. Давайте посмотрим. Это возле детского городка. Вот детский городок Парвальда. Здесь пожарная машина. Да. Значит, был уже вызов. Сейчас уже ближе к вечеру. Был уже вызов, что там вот трава горела. Ну, сейчас опять. Сейчас опять пожарные приехали проверить что-то. Ну, вот так. Там ребята проверяли, вон ходили вперед. Ну да, чтобы машину не гонять туда, внутрь. Они ходили, проверяли. Вот так. Да. Наверное, все нормально. А ну да, ребята там. Вот здесь была пожарная машина. Вот они сейчас там. А вот здесь, на этой горке, вот, жгли траву. И, конечно, это такое неумное дело. Я не знаю, кто додумался. Здесь Парванте. О! Ну да, конечно, это и опасно, и вот там. Дальше тогда железная дорога с нефтепродуктами. Ну вот, видите, вот здесь трава жгли, ну или загорелась, не знаю, костер кто-то сжег или что и как. Ну и вот железнодорожные составы с цистернами, нефтепродуктами стоят. Конечно, это более чем опасно. Ну вот так. Такая вот ситуация. Ну да, вот они сейчас уехали. Это на самом деле, вот да, был второй вызов, потому что был первый и второй через пару часов. Ну мало ли, кто-то опять увидел какое-то задымление, вызвал. Потому что они не на это место были, они были где-то, вот туда, там ходили. Вот так. И вот ситуация случается.